Всем привет! Очень много мне вопросов задают, как сконструирована стайка, вообще из чего она состоит, какие размеры и все остальное. Ну вот это вот у нас холодный пригон. Это выход на улицу. Железная дверь, и мы пошли гулять. Когда приходим с улицы, у нас вход сразу в стайку. Стайка у нас из бруса. Сколько рядов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядов высота. 13 рядов высота. Ширина стайки 4 на 4. Пойдем. Заходим. Здесь у нас содержится одна корова. Здесь у нее место, где она кушает. Я ее здесь привязываю. Сооружены вот такие специальные кольца. Близко видно? Да, да. Вот да. Кольца. На этих кольцах. Там сзади еще одно вбито кольцо. Ну, я, ты не подходи. Я привязывала ей ногу к кольцу, к этому. Здесь у нас сидят телята. Окно одно. Навоз мы выкидываем вот туда. Вот туда вот все выкидываем. Эти две стайки соединены. Просто у нас вначале была одна корова, вот эта. И потом мы докупили еще одну корову. И, естественно, для двух коров места мало было. И как бы я уговорила своего любимого супруга, чтобы он еще пристроил 4-метровую стайку. То есть здесь 4 на 4, и там тоже 4 на 4. Пойдем, сходим туда. А, ну здесь вот телята сидят, у них тоже вот место для сена. И там они вот спят, у них там лежечка. Такие сидят, смотрят. Вот. И вот это вот у нас пригон. Я уже показала, что выход на улицу, да, у нас. А здесь у нас... Еще один выход. Ну, вот здесь вот. Просто можно тоже выйти. Там у нас гуси ходят. Ну, я эту дверь я закрываю. Это тоже выход. Он нужен здесь. Соединяются между собой пригоны вот таким большим окном. Здесь мы сделали перегородки, чтобы телята не выпрыгивали. А это вот дверь. Вот так она у нас тут открывается. Тут у нас стоит большая самая корова. Вишня, пустишь нас, нет? Здесь тоже все 4-метровое. Заходи. Здесь тоже 4 метра. Вот это вот у нас получился бывший забор. Раньше был забор, стало сейчас перегородка. Да, Вишня? Да, моя хорошая. Так, ну что, давай пойдем обойдем. Чтобы она тебе не... Погоди-ка. Видела? Нет, сейчас. Так. Это Вишня. И сейчас мы зайдем. Вот вторая стаечка у нас. Вот тоже у нас здесь вот. Вот это выход на улицу. Через эту дверь я тоже хожу. В общем, из пригонов у нас туда есть выход, на ту сторону, на эту сторону и на улицу. Три выхода из пригонов. И это вот вторая стайка. Тут тоже двери. Добро пожаловать. Тут у нас еще не почищено. Здесь-то у нас... Заходи, я сейчас закрою дверь. Здесь у нас тоже была раньше такая планировка, но так как у нас оказалось две коровы, вот это вот и та, зимой им холодно там стоять, приходится стайки. Здесь мы сделали перегородки. Обратите внимание, как они сделаны. Тут привязана одна корова у нас. Здесь они кушают, сейчас мы сюда... Сегодня у нас тут яичко к Пасхе созрело. Вот на такие вот карабины мы прицепляем корову, вот ту, которая на улице. Здесь мы выкидываем в окно навоз. Окно у нас из толстого листа поликарбоната сделано. Здесь у нас стоит одна корова. Здесь перегородка. И тут вторая корова стоит. Вот, вот она, собственно, это Берта. Видно, да? Через эту перегородку я прохожу, когда они же там привязаны, я прохожу, кидаю им сюда сено, сюда ставлю воду. Здесь у нас вода, крышка, перегородочки вот здесь такие, чтобы они не открывали носом, они просто открывали, ну, и выпивали. И мы накачиваем сюда им воду, прям холодную, они пьют нормально воду. Крышка у нас вот сделана. В общем, вот такая вот у нас стайка. И там в уголочке мы прилабунили клеточку для курочек. Но они у нас там оказались. Вот. Тут у нас клеточка такая. Дверка открывается. Там они сидят в такой клеточке. Ну, зимой всем тяжело. Но сейчас им, смотрю, уже повеселее стало.
И петух деловой. Обогреватель приделали к стене, но мы его ни разу не включали, потому что здесь две крупно рогатые особи. Ну, в смысле, две коровы, и здесь очень тепло зимой. Даже если двери приоткрыты и окно тоненькое, здесь зимой все равно тепло. На крыше у нас сеновал, там сено. Все. Такая стайка. Вот из холодного пригона у нас вот лаз, вход на сеновал. Наверху там у нас сено. Туда мы вот закатываем тюки. Там у нас специальная установка стоит, чтобы накладывать манипулятором тюки и закатывать. Сейчас мы ее вам покажем. Да? Ну да. А может сверху покажем? А там симка, там кошка. У нас тут мыши бегают, и кошка их ловит. А сегодня она, видимо, не может поймать, и поэтому она нервничает. Да, Вишня? О, кто там? Там Федь. Ну-ка дай. Тогда и пройду-то я. Зимой обязательно им подстилать что-то, потому что зимой, вот смотри, мы сено разбрасывалось, и вот у нас сено накидало. Сейчас мы его, это сено будем подсыпать. Все. Вот она установка, куда мы закатываем сено. Выключай.